В пожаре на остановочном павильоне на улице Рыбников сгорел человек. Возгорание произошло ночью 4 сентября. Жители района рассказали, что заброшенный павильон являлся ночлежкой для бездомных людей. По предварительной информации сургутского ОМВД, погибший оказался мужчиной без определенного места жительства, который пытался развести огонь для того, чтобы согреться. По факту происшествия проводится проверка.